наплодили уродов. Сначала машину купят, потом права, а то, что ездить надо уметь. Приветствую всех, друзья, на моем канале, а мы начинаем свой рабочий и в чем-то праздничный день. У нас сегодня 3 мая, мир Трудмай всем, мы погнали работать. Всем приятного просмотра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну вот, друзья, шестерочка у меня, брендинга нет, был 11, ну и статус у меня упал до бронзы, короче, мало работал, вот. Шестерочкой. Сейчас посмотрим, как у меня будет работаться в мае месяце. 11-то, конечно, побольше по цифрам. Ну, посмотрим. В общем, работы. Отдыха 91. Нет, друзья мои, на отдыха я не поеду. Вот не хочу я туда на это отдыха ехать. Нечего там делать. Сейчас мы его отменим. Вот так это, друзья, делается. Принимаем. Да, приняли мы, но интернета не было. И исключаем вот так вот. По секрету всему свету. И смотрим, что будет дальше. Ага. И что это, я должен ехать, что ли? Интересно. Короче, друзья, тут и заказ мы проигнорили. С чем он нам нужен? Ехать на отдых, если Блюхеровский мост закрыт. Взяли по Uber другой заказ. И выполняем. Едем до Донна Оливия в центр на 8 марта 41. Ну вот мы в центре. 8 марта 41. Едем и по Яндексу. Несмотря на то, что у меня выключено было предложение, мне поступил заказ Радищева 60 Суворов. Вообще я в шоке, почему так это происходит, почему они мне заказы дают с закрытым полностью приложением. Ребята, это что-то с чем-то. Он, видите, даже не прогрузился, да? Видите, он что тут? И он мне заказ еще в таком состоянии выдает какой-то. Вообще веселуха, друзья мои. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, ну вот мы подъезжаем. Здесь, похоже, этот Суворов. Сейчас мы в кармане в этом загасимся. Так. Суворов на месте. Так, и поедем мы с вами в академический паркинг, первый уровень. Ждем клиента. Ну вот, высадили пассажира на остановочке. Мы с вами, ребятки, в академии. И получили тут же заказик. Краснолесье 135. Едем, короче, рядышком здесь. Вот такие вот дела. Так что, ребятки, до сих пор для меня составляет вопрос и загадка, как так получить заказ с закрытым приложением, да, полностью закрыто приложение, и заказ не поступил. Не знаю. Это вообще просто шок для меня. Вот так вот, ребятки. Насколько Яндексу нужно вести пассажиров, что они аж с закрытым приложением тебя выводят, чтобы ты осуществлял заказы. Ну, это вообще тупость, конечно. Вот так вот, ребятки. Едем по заказику. Так, приехали и поедем с вами на Крауля 10. Первый подъезд, это вот этот. Все, ожидаем клиента, друзья мои. Ну, вообще, конечно, по Яше работать не очень хочется, потому что заявки все закрытые. Точка Б у меня закрытая, поэтому полная попа, как говорится, жопа. Едешь туда, не знаю куда. Ну и расценки низкие, поэтому приходится мудрить.
и так далее. Тем более много мостов у нас. Блюхеровский мост у нас полностью закрыт. Эта дорога в Березовский противопоказана из него. Ну и на Токарей тоже мостик частично ремонтируют. Поэтому ремонты дорог, ребятки. Ладно, сейчас праздники до 10 числа. А потом я не знаю, как мы будем ездить, как будем работать. С закрытыми заявками тоже прилипать не хочется. Значит, будем выбирать Uber, скорее всего, приложение, где хоть видно, куда едешь и за сколько едешь. Слушайте, ну я не знал, что так удобно выйти из подъезда и мусор выкинуть в мусорку. И не ходить никуда не надо. Надо тоже воспользоваться вот этим. Только у нас мусорок здесь нету. Точнее, дома. Интересно. Пошел, мусор выкинул в мусорку возле падика. И не надо на мусорку ходить. Вообще здорово. Ну вот, друзья, короче, поработал я сегодня 3 мая не очень удачно, заказиков мало, цены мизерные, как всегда, приоритет у меня меньше стал, как я вам говорил, вместо 11 у меня всего 6, и поэтому, друзья мои, мы следующий ролик с вами запишем от таксопарка, то есть буду работать в таксопарке на брендированном автомобиле с приоритетом. Ну и там освещу, как и что там будет получаться. Не забывайте, друзья, подписываться на канал. Проверяйте подписку, пишите комментарии. Все читаю, все везде отвечаю. Ну и всем, ребятки, пока. Хороших праздников и хороших выходных. Всего хорошего, всем пока.